Сначала были мысли стать спасателем, потом я подумал, что это на самом деле слишком большая ответственность, то, что многие жизни будут от тебя зависеть, и я подумал, что я к этому еще не готов в своем возрасте. Занимаюсь стрельбой, спортивной подготовкой начальной, начальная военная подготовка и так далее. Сюда я попал за спасение утопающих на водах, а именно спас девочку из воды. Это был на городском пляже на Ашкадаре. Но мы тогда сидели с друзьями на скамейке. И девочка плавала с одного берега на другой. Мать на берегу ходила, наблюдала за ней. Она была на другом береге, там расстояние между одним и другим берегом 20 метров. И она была, получается, 3-4 метра от того берега, самое глубокое место где. Потом в один момент я увидел, как она машет руками, уже находясь, у нее голова под водой находилась. Сначала подумали, что она балуется, а когда ее мама начала кричать «помогите, помогите», уже понял то, что она тонет, быстро разделся. Там у нас было холодно, на тот момент мы были в куртках. Разделся, прыгнул в воду, доплыл до того берега, взял ее на плечо и вытащил. На берегу я ее отдал дежурному спасателю и сел на скамейку. Медаль я получил в прошлом году, в декабре, на награждение МЧС. А нагрудный знак я получил в этом году. Нас отблагодарил мэр города, путевка в Артек. В прошлом году ездил. Это было все спонтанно, наверное, мы не знали. Мы тогда, на самом деле, в другом месте вообще отдыхали. Нам звонит классный руководитель и говорит, собирайте документы, вы на следующий заезд едете в Артек. Вот. Мы в мэрию приехали за путевкой. Получили путевку, и на следующей неделе я улетел в Артек. Ну, друзья, сначала, конечно, все были в шоке, некоторые многие даже не верили. И когда начали показывать репортаж по региональному телевидению, у друзей была гордость за то, что они имеют такого друга, то, что который может на самом деле прийти в любой момент на помощь. Если бы на том пляжу было больше народа, мне кажется, не только я один бы прыгнул в воду. Это все закладывается с детства. То есть есть люди, которые, как сказать, которые не боятся. То есть они поняли то, что это нужно сделать. Я посчитал то, что нужно. Посчитал то, что есть, ну, что нужно помочь этому человеку. Я не считаю себя героем. Я просто сделал хороший поступок, да. Но героем я себя не считаю.